Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске. Есть мнение». В прошлом году из-за пандемии был отменен общегородской субботник. Таким образом, в Бийске массово не наводили порядок уже практически два года. С приходом весны снег активно начинает таять, и мы видим, что на улицах города действительно мусорно. И пора бы уже навести порядок. Сегодня в программе мы узнаем мнение бийчан, готовы ли они выйти на общегородской субботник и насколько, по их мнению, в городе сейчас чисто. Да грязновато. Очень даже грязно. Мусорки я намочище живу, там мусорка вообще не приезжает. Да, я бы помогла, но только я никогда не была на таких мероприятиях. Я не знаю, где это вообще делается, куда приходить. Ну, ужасно. Все грязно. Да, готово. Ну, в улицах еще ничего, а так вот около домов вообще. Между домами, за домами. Там вообще не проехать ничего. Но так как мы в парках любим, я с детьми гуляю, и то есть и каждый мусор, они, ну то есть это в рот получается вот это все. Для меня, чтобы в парках была чистота 100%, и я готова выйти на общий город, ну то есть субботник, помочь. Сказать, что у нас город помойка, и то это, по-моему, даже пригладить, скажем так. Снег не вывозили, грязь пройти негде. Как бы сами видите, даже спрашивать не надо. Ну, как бы вот что интересно в центре, немножко убирают. А здесь у нас вообще, ну, скажем так, заднее место. Очень грязно. Очень. А где именно? Везде, абсолютно, во всех дворах. Мусор не увозится. В городе, конечно, не чисто, особенно на остановках, на автобусных остановках. А насколько я готова выйти или не выйти, это зависит от того, как у меня будет со свободным временем. Хотелось бы, чтобы были определенные службы, которые бы поддерживали этот порядок. Они ждали целый год, что выйдет на субботник, выйдут граждане города и будут это все убирать. Я выйду, ну, с удовольствием даже выйду. У меня, знаете, это самое, и дети бы вышли все, ну. Я считаю, что каждый образованный и воспитанный человек должен выходить. Важно. Готово. Не очень чисто. На центральных улицах нормально. Внутри, в кварталах, во дворах ужасно. Это очень важно для нашего города в целом. Сейчас, конечно, не очень чистые улицы, но мы выйдем все на субботник. Я думаю, не одна я так думаю, считаю. И поддержим наш город как можем. Конечно, город желательно чистый должен быть. И должны были службы начать уже уборку. И намного раньше, начиная с осени, снег убирать, было бы намного чище. И думаю, что каждый человек должен выйти и убрать хотя бы ближайшую свою территорию, которая закреплена за ними. То есть, грубо говоря, даже частный сектор, ближайшие, то есть многоэтажки. Людям должны как бы убирать со свою территорию, чтобы было чисто в городе. Да, я бы хотел, но очень грязно, и дороги плохие, и грязно. Мусора много, надо бы прибраться. Как считаете, от чего это зависит? Да люди сами разбрасывают много. Вот так я так думаю. Тут, по-моему, не то, что там человек должен выйти. Тут должны выйти какие-то, не знаю, комбайны, машины, потому что тут настолько все в таком состоянии. Тут человек со своими грабельками, это что-то масштабное нужно сделать. Конечно, если человек, ну, руками какие-то часть, да, какую-то территорию может помочь, то да. Но одних людей, мне кажется, тут уже мало в нашем городе. Вот субботники в любом случае нужны, но у меня по состоянию здоровья. Я внутри, возле своего дома, конечно, я навожу порядок, а общегородскую по состоянию здоровья не позволяет. Но это разве должно быть так? Это вот все должна коммуналка убирать, это все убираться должно. Должна быть чистота идеально. Зачем мы платим? Зачем машины, вот эти налоги, все это берется? Это вообще это безобразие, полное безобразие. Если бы сказали выйти, да, я бы вышла. Я каждый раз около своего подъезда, не надо, я все равно выхожу и чищу. Меня это не испугает, то, что я буду чистить, убирать. Да, скажут выходить, пожалуйста, приходите и прям выйдем и будем работать. Что ж, это было мнение бийчан. И на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока.